Задание третье. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник. Найдите его площадь. Как известно, площадь треугольника можно найти как 1/2 основания на высоту. Из рисунка видно, что основание А равно 2 клетки, высота равна 3 клеткам, 1, 2, 3. Таким образом, площадь равна 1/2 умножить на 3 умножить на 2 и равна 3. Ответ 3.